15 человек погибли, еще четверо пострадали в результате ДТП в республике Мариэл, входящей в состав Российской Федерации. Об этом сообщили представители МВД. Предварительная причина аварии – неудачный маневр водителя микроавтобуса, который выехал на встречную полосу, где врезался в лесовоз. Среди госпитализированных есть дети. Как отмечают местные власти, в готовности к их санитарной эвакуации находится вертолет Ми-8 МЧС. Сейчас ведется расследование.